Хей, йога, сумешники, мы продолжаем проходить игру под названием Reverse, либо ненужный или недостойный. Короче, что мы с вами делаем? Давайте. Считается, по сути, что это у нас уже с вами последняя серия. У нас там наверху босс. Но мне вот не нравятся вот эти вот места, где что-то есть, но я туда попасть не могу. А я хочу еще вернуться на самую начальную локацию и пробежать в левую сторону. Потому что я не помню, что у нас там было, и мог ли я куда-то там пойти дальше. Так, перекаты. Сейчас мы быстренько с вами все вспомним. Ля. Мне, короче, сделать так легче, на самом деле. А я просто смотрю по хилкам, ребят. Я немного себе... Ну, я не сказал, что... Проспойлерил, да, так, моменты. Просто... Ага, все хорошо. Как раз вспомнил, на какую кнопку у нас активация. Потому что я не играл уже недели две, получается. Даже так. Окей. А что будем делать с хилками? То есть я знаю, где примерно можно найти хилки. Туда нужно отправиться. А, давайте пробовать. Что-то с вами пробовать, что-то делать. Так, ну, здесь мне нужно вампиризма. Ляк. Так, хорошо. Поехали. Финалка у нас наверху. Здесь еще у меня есть место. Это... Так, где у меня та локация, которую я сейчас смотрю? Это она, да? Так, нет, это не она. Блять, а на что я сейчас тогда смотрю? Вот это, что ли? Нет, что-то я вообще не понял, ребят. На какую локацию смотрю? Ладно, давайте сейчас сюда телепортнемся. Ладно, посрать на остальные там фишки, бонусы. Если надо, пойдем тогда к финалу уже. Блин, я не помню, серьезно, как там карта... Карту нажать. Помню, как... Хрена там экран разрывается. Блин, что, серьезно, никак карта не открывается? А, вот где у нас закрыто. А там, скорее всего, если я спрыгну, я сдохну. По идее, 8, есть 9 либо 8 баночек вот этих, которые сейчас у меня находятся. У меня, в принципе, есть идея, что мы можем сделать с вами. Там не получится. Вот где этот проход? Откуда он? Значит, тут еще где-то есть локация специально, которую я не могу найти. Здесь у нас проход, но я туда попасть не могу. Почему, я не помню. Почему я туда пройти не могу? Сюда, здесь нужен вампиризм. Тут проход еще у нас. Что я... Подожди. А, здесь река нет? Или да? Давайте я сейчас посмотрю все, разузнаю, где он на что. Почему мы туда или туда не пошли.
Хилки, если что, мне хватит, я думаю. Блять, ликв. Хер вспомнишь уже. А, вот, контр, точно, все. Так, это я сейчас одолею этого. Ладно. Хорошо. Все отлично. Смерть, да, вот здесь я не смог пройти. Короче, ясно. Короче, говоря, ясно. Чё да как? До свидания. Так, сразу переходим на это оружие. Ладно, так уж и быть, полетели, короче, к финалку. Финалочка, это наверх самый. Вот еще проход у нас есть. Пипец, у нас что-то много проходов, а я не знаю, куда идти. А я попытаюсь в этой серии все закончить, ребят. Или получится. Надеюсь, получится. Угу, колокол. И какой-то монах. The build icons. Announce words. Ну, если что, мы же типа в лимбо, да, с вами находимся, и мы пытаемся выбраться, типа, в жизнь, вернуться к жизни, так сказать. So, build six Redemption. Давай, давай. Да-да, классно. Сейчас будем смотреть. Вау! Я тебя понял. Хорошо. Ну типа... Ой-ой-ой. Это что такое? У-у-у, поджог, я понял. Ай-яй. Ай-яй, а что здесь я должен был делать? Хорошо, первые фазы он просто бегает ко мне и от меня и атакует. Контр-атакует. Ага, все хорошо. Здесь я вспомнил. Ладно, пока она восстановится, да. Может, мне нужно колокол херящий? Давайте я в колокол еще попытаюсь ударить. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.
хрена себе. Пец, у него, короче, нет, он сам по себе противник почему-то слабый, но вот это его непонятность. Хорошо, что у него за атаки? Первое, это просто он бьет, да, типа волной. А неожиданно было для меня это то, что то бумеранг, атака бумерангом, считайте. То, что она к нему вернулась. А здесь было для меня немного неожиданно. Этот момент. Ай, вот. Здесь в порядке. Хорошо. Хилимся. Хорошо, отлично. А, то есть он до конца летит. Ай-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Ах ты ж, ё-моё. Не, знаете, это... Надо как-то думать. А что если... А, там же все равно есть время, да? На смену орудия. Давайте я попытаюсь чисто на дальнюю атаку, вот. Чисто дальняя атака. Может, дальняя атака для меня будет более выгодной по дамагу. Ай-яй. Не-не-не, лук не вариант, потому что... Хотя, сейчас посмотрю, сколько на этом луке у меня урона. И сколько будет урона у меня на луке, который второй, поменьше. Так, тихо. Там, давайте... Бац. Семьдесят девять... Ну смотрите, немного поменьше, конечно, но давайте, наверное, его и поставлю. Потому что там быстрее накапливается заряд. Хотя можно вообще цепями попробовать. Не-не, цепи вообще, мне кажется, будут дерьмом. Ну когда он быстрее намного зарешает атаки. Попробуем сейчас с этим. Мне главное, чтобы не было второй фазы после этого. Не, короче, вообще не вариант. Вообще не вариант. Ноль вариантов. Тихо, отходим. Тихо, отходим. Тихо.
хорошо. Хорошо. Добро. Ох ты ж, ё-ма, вот это вот было плохо. Тихо. Вау, вау, вау. Тихо-тихо, вот это было опасно. Блять, ну какого черта? Бля, ну это было тупо, алло. То есть я его почти убил. А давайте, знаете, что я попробую? Сейчас вам покажу. А когда он, короче, делает другую свою атаку. Сколько вообще будет у меня? Так, так у меня 56. 65. Не, пускай лучше будет. Это. Я хочу щит посмотреть. Потому что с помощью щита я заблокирую то его, скорее всего, огонь. То есть, главное, чтобы баф не наложился на меня огненный этот. А, ну все. Сразу все пошло. Наперекосяк. Сразу все пошло по говну. Я сгорел. Пиздец. Я тогда его почти убил. У меня было еще 5 целых хилок. Целых 5. Нет, нет, нет. Ты чего? Ты чего? Мы получим лучший урон. Мы лучше получим урон. Да. Урон получать это хорошо. Урон получать это круто. Урон получать это всегда круто. Вот, короче, нужно от него. Отдаляться сразу. Нельзя к нему подходить очень близко. Ой-ой-ой. Контролем, контролем. Тихо. Ух ты, шел. Ну как вы видите, он... Тихо-тихо-тихо. Это наказуемо было.
Тихо, тихо, тихо. Блядик, что это было за резкий? Я не успел отхилиться, алло. Хорошо, мы узнали его еще одну новую технику. Это резкий рывок ко мне и атака по меня. Окей. Понимаете, тут даже хил не помогает против этого идиотизма. Ну типа да, я уворачиваюсь от всех его атак. Ну и что? Ну и что? У меня стамины уже мало. Ну типа я могу от любой его атаки увернуться, по сути. Но не чисто от всех. Главное, чтобы мне стамины хватало. Это самое главное. Фух. Ну блин, он мне не дает атаковать себя. Ой, я забыл. Ой, блядь. Ошибки на ошибке. Ошибка на ошибке. Ах ты ж ё-моё. Вот, вот, вот за вот эту вот атаку я и говорю. Вот за эту атаку я и говорю, типа, что это за херь? Чего это такое? Нет. Ай, давайте я посмотрю, что мне вообще дают мои айтемы, под которые мы покупали куча штук. Ну это хил, ладно. Так, это коллекционные, юзальные, да? Лут. А, это души. Inner's memory. Smile memory. Сердце. Но, скорее всего, пополнение хила очень большое. Пестерс. Долс. Бондарт. Пэш. Айтемы. Что еще есть у нас? Поинты, хитпоинты. Will keep man gay for your hearts. Не-не-не, стоять, я что? Погнали, попробуем. Ну, типа, у меня хп увеличились, я вижу. О, блядь. Охуенно, хп помогло. Оно уже и пропало.
А, заебись. Я думал, где весь урон? Заебись. Заебумба. Заебумба. Рано. Тихо. Заебумба вообще. А, я сгорел. Бля. Почему так сложно? А. Жадная фрая разгубила мое сердце, разорвалось. Не, все-таки лучше, знаете, кувыркаться вместе с ним, потому что он потом просто не дает себя атаковать. Не, как бы я могу лук, конечно, на лук переключиться, но. Но у меня тогда стамины не будет хватать. Вот, видите, допустим. Яркий пример. На! Вот! На! На! Сучка, сосать! Сейчас мы с вами выйдем, я съем остальные сердца. Пойди, это конец. Да, да. Ладно, хорошо. Давайте я остальные сердца съем. А, я хочу одну вещь сначала проверить. Подождите. Сколько у меня сейчас? 2. Хорошо. Да, съедаем сердце. Итемс. Тоны. Да, все-таки сердца это у нас
Значит, итомы. Итомы. Давайте, короче, прокачаюсь. А прокачаюсь я в урон. Ну ладно, хилки пускай будут улучшены. Все, погнали, короче, сядем на этот трон и завершим игру. Ну, как вы видите, он вообще никак не сложный. То есть у него только рывок опасный. Да и все. А мой ребенок. И я стал этим шаманом? Серьезно? Подождите, это... Мы сначала же искали путь вообще, как выбраться сюда. Я знаю, что есть еще одна концовка, там два босса. В секретных локациях. Мать и отец, как я понял. Потом мы убиваем босса финального. Но там чисто у нас на 1 хп. Понимаете, даже хилиться нельзя. Ну, в принципе, игру мы прошли, да? То есть, конец. Давайте теперь оценивать игру, как я это обычно делаю. Ну, с некоторыми играми, если не забываю, конечно же. Первое, это атмосфера. Все сделано в черно-белых тонах. И, как видно, все просто... Ну, типа, знаете, цвет серого там меняется, и все единственное, что. Также довольно такая музыка нагнетающая, да, такая депрессивная, что ли. А также у нас есть боссы, довольно много видов босс. И у каждого очень много фаз. То есть одного босса может быть от 4 до 5 фаз. Я считаю, это вообще самые офигенные. Ну, типа, 10% хп отняли, все, у него новая там фаза, у него новые атаки. И это всегда нужно под них подставляться именно по предметам. Тот же, вспомните, мага, который нам приходилось использовать луч к телепортации. А, лучник, где нам приходилось использовать молот, чтобы под землю уйти, чтобы он нас не убил. Потом танцующая леди. Там нам приходилось с вами телепортироваться, да, тоже от врага. Наверх, чтобы нас не подожгло. Ну, в принципе, ну, юзабельные предметы, которые мы почти вообще не юзаем. А разные локации, в каждой локации свои враги, сложные, да. Вспомните ходячие ножки, которые, сука, меня так подгорало от них. Ну, огонь здесь, эффект огня, это самое жесткое, что я вижу. Вот так игра мне понравилась довольно. По съемке она тоже весит довольно мало, потому что здесь используется мало количества... цветов. Из-за этого оно быстрее рендерится, мало весит. Я бы оценочку, знаете, такую поставил. Если брать по 10-бальной шкале, если брать всякие там нюансы, да, все такое. Но тут есть сюжет. Да. Ну. 8. Короче, 9. Хотя слишком всегда ставлю высокий, да. Да не, девятку нам, мне кажется, заслужит своими боссами, своими разновидностями врагами. Что единственное меня расстроило, мало орудия, да. Очень мало видов орудия, но которые, конечно, мы купили, то можно юзать. Это, конечно, все сделано под режим, как сказать, Dark Souls, да, у нас. Adventures Dark Souls. Ну, а так, в принципе, все, мне понравилось. Поэтому всем спасибо за просмотр, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и увидимся в следующих прохождениях игр, поэтому всем пока.